А в современном кино востребована маска грустного клоуна? Не думаю, что можно так сказать. Мне больше сейчас какие-то драматические роли предлагаются. А в трех последних фильмах мой персонаж умирает еще до того, как фильм закончился. Поэтому как-то все совсем иначе. Я читаю вопросы из Фейсбука. Если мне предлагают роль, где мой герой не сразу умирает, то уже ничего, уже хорошо. А вы, кстати, думаете о смерти? Да, я иногда стараюсь поразмышлять, но с очень большим юмором. Это не всегда легко, но стараюсь об этом как-то все-таки с юмором думать. А прежде чем думать о смерти, надо сначала стать взрослым. Отлично, да. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».